Всем привет, дорогие зрители моего канала, я как всегда рад вас приветствовать, меня зовут Андрей, я работаю в прекрасном городе Санкт-Петербург и продолжаю свой второй день марафона катать на автомобиле Geely M-Grand, тариф комфорт. Сегодня у нас суббота, 15-е, вот так вот выглядит обстановочка, время без 10:09, приоритет мой, как вы могли видеть, немножко подрос, прошла все-таки лицензия. Плюс заправка вчерашняя действует. Единственное, бренд пока не отображается. А так, нормальный приоритет. Уже, думаю, повеселее должно быть с заказами. Выходим на линию. Вот, также не забываем скидывать суточный пробег. Так, сейчас мы его найдем. Вот, 300 километров вчера я проехал за 13 часов. Все, все по нулям. Ждем первый заказ. Вчера отработал с кайфом 13 часов. Целый день ездил, слушал свою музыку. И ни одного замечания от пассажиров у меня не было. Это, конечно, очень хорошо. Вот, посмотрим, что будет сегодня. Сегодня будет не целый день, не 13 часов 100%. Вот, но сколько получится, столько поработаем. Потому что сегодня сдача автомобиля. Плюс надо немножко провести время дома. Есть свои дела, поэтому желаю вам приятного просмотра. Я вышел на линию, ждем первый заказ. Погнали. Ну а если ты не знаешь, где взять автомобиль в аренду, то я тебе смело рекомендую Парк Тандем. Автомобили от эконома до бизнес-класса, ухоженные, в бренде, с полным комплектом документов. Также бонусом тебе дадут детское кресло, поэтому контакты ты видишь на экране, они будут продублированы в описании. Обращайтесь, не забывайте говорить, что вы из канала Geta Dreams. Всем удачи и хороших заказов. Так, есть контакт, подача 100 метров, ждал 15 минут, комфорт. Принимаем. Ну что, ребятки, отвез девушку на большевиков, 9 минут ехали по заказу, получаем 485 рублей, все было хорошо, следом висит в цепочку с таким же кайфом заказ по комфорту. В общем, очень важно не уходить с линии, потому что в цепочку падают нормальные заказы, если уходишь, цепочка обрывается и потом долго ждешь. Поехали подаваться на Дальневосточный проспект. Что прикольно еще кататься летом, это автомобиль очень долго сохраняется чистым, как внешне, так и внутри. То есть я вот вчера целый день откатался, сзади посматриваю, конечно, за чистотой, но там, в принципе, ничего делать не надо. Все чисто, аккуратно, в общем, и внешне тоже автомобиль вообще. Ну, конечно, я его помою перед сдачей, так, по-быстрому, потому что он вообще чистый, там буквально какие-то точки еле-еле видны, в общем. Помоем, сдадим опрятно, как и взяли, но в целом автомобиль очень долго сохраняется чистым. Это, конечно, очень хорошо, тебе не приходится дополнительно тратить деньги и время, собственно. Поэтому вот это, конечно, классный момент. Плюс очень нравится, как подключение к Bluetooth. Очень легко телефон подключается, все четко. Я помню, когда брал Exit, блин, я там покопался, не смог разобраться. И там был заказ, где мужик говорит: давайте 500 рублей дам, включи мне музыку мою, а я не могу подключиться. Вот это фейл. Сейчас бы я без проблем, конечно, подключил, но сейчас нет таких клиентов. Все как всегда, короче. Вот, поэтому вот так вот. Ладно, мчусь подаваться на следующий заказ. Приехал на шоссе Революции. Так, по заказу ехали 20 минут. Закрываем, получаем 750 рублей. Вот мне очень нравятся такие заказы, не больше 20 минут, они как-то меня особо сильно не утомляют на самом деле. И это самое, в общем, прикольные заказики по 20 минут, это вообще крутая тема. Вот, также, что еще хотел сказать, вот у меня вот этот заказ, он пришел уже в лед, правильно? То есть, получается, я был с заказом, он пришел, как в доставке называется, желток, вот, и там сразу виден кэф. Вот почему в доставке не виден кэф? А в этом, а в такси все видно. Также по поводу активности. В такси у тебя дальняя поездка, можешь без потери пропустить, доставки все подряд берешь. Вот несправедливость, конечно, вообще. Вот, а вот так за час по 2-3 катать, это намного интереснее и больше мне нравится, чем какой-нибудь дальничок, потому что он меня как-то выматывает, не знаю, мне вчера вот 3 дальника, они так выматали, я как-то очень сильно подустал, а вот с такими коротышами, конечно, это пушка. Также, что еще хотел сказать, что вот, например, в доставке суббота, это вообще тухло все, да, смотрите, такси суббота, как бы, почему не работать, это вообще кайфово, то есть суббота, воскресенье, работай с кайфом в такси и нормально. А в доставке только на буднях, насколько я видел, все нормально горит и можно работать. Вот такие вот отличия и разница доставки от такси, которые мне пришли в голову и которые я вот заметил, подметил. Время без 10:10, ждем новый заказ, находимся на Революции. Ну, спустя минут 5 приходит заказ, принимаем.
И подаемся на него. Дежурил на заправочке. Тоже надо будет заехать заправиться, но уже перед сдачей, как было, полбака сделаю и отдам. Полетели подаваться. Ну что, приехали на улицу Турку, по заказику ехали полчаса. Вот такие заказики я люблю катать. 3 восьмерочки. Вот это, конечно, уровень, я понимаю. Так, заказа в цепочке нету, но кэф горит отлично. Думаю, он придет. В общем, не помню, говорил или нет. Дороги пустые, ехать одно удовольствие. Все быстро, четко, прям красота. В общем, работай не хочу, называется. Мне все нравится, я кайфую, работаю, наслаждаюсь ездой на этом прекрасном автомобиле. Прикольно, на самом деле. Но пока, вот что я пробовал, Jetta, Exit, Geely, пока мне все нравится. Не знаю, не могу выделить, что что-то плохое. Каждый по-своему хорош, и это в том числе. Ладно, ждем следующий заказ. Я уже даже, если честно, привык к креплению телефона с левой стороны. В общем, сначала было непривычно и не очень удобно, но сейчас в целом, в принципе, нормально. Самое главное, чтобы солнышко не засвечивало. А так, провод проводится просто через верх, вот так вот. Так, где он там? Вот. Вот так проводишь, и в ногах, ногам он, в принципе, не мешает. Так что, ко всему можно привыкнуть, по идее. Такой еще, кстати, нюанс есть по автомобилю. То есть, какую обувь я бы не одел, скрипит все. Что в кроссовках вчера было, что в мокасинах сегодня. Не знаю, с чем это связано. Либо то, что новый автомобиль, либо что. В общем, скрипит, конечно. Ну, привыкаешь, конечно, со временем, но все равно, вот, смотрите. Вот. Ну, как бы вот так приходится ездить 2 дня. Ну что, ребятки, только что был на юге города, грубо говоря, на Турку. Приехал уже на север в Маршал. В общем, по заказику ехали 38 минут. 38 минут. Получилось 1230. Но это еще не все. Завершим его. Вот, потому что пассажир захотел ехать обратно. В общем, он за запчастями сюда. Дал пока 1,5. Вот, поэтому ждем его. Скажем, обратно еще по такой же цене поедем. Думаю, за сколько там получится? 1200 плюс... еще косарь. 2,5, грубо говоря, за чуть больше часа получится. Вообще шикарно. Сейчас поедем обратно на Софийскую, откуда я его забрал. Считаю, что это вообще топчик. 40 километров, быстро по каду прыгнули, как видите, за 40 минут. Сейчас обратно туда же и поедем. Вообще пушка. Он сам говорит, а обратно можно поехать мимо Яши? Я говорю, конечно, можно. И мне комиссию не надо платить, и по цене вроде адекватно, поэтому красота, в общем, да и только. Поэтому жду пассажира и помчим обратно, откуда приехали. Хотя, знаете, какая у меня мысль была, когда он только сел, он сказал мне за автозапчастями, вот начал рассказывать то, что я вам пару минут назад сказал, я думаю, почему он доставку не заказал, он бы столько денег сэкономил, то есть в Маршале просто курьера бы вызвал, это, не знаю, в субботу, это было бы точно недорого, то есть максимум за косарь ему бы привезли, а так он платит 2 раза больше, но наш язык наш враг, поэтому я, конечно, ему об этом не сказал, мало ли он взял бы, отменил бы заказ и курьера заказал, зачем мне это надо, пока платят, пока все четко, я, в общем, не стал говорить ему лайфхаки, потому что это подпортило бы мне малину конкретно, а так, для меня это очень выгодно, поэтому кайф, короче. Ну и цена, собственно, отсюда такая же, как мы сюда приехали, там было 1230, здесь 1240, но без комиссии, поэтому это выгодно, если он еще косарь доплатит, то будет отлично, я считаю. A few moments later. В общем, обломалась моя поездка. Мужик пошел, узнал, говорит, 1,5 часа нужно ждать. Опора какая-то не пришла. В общем, надо подождать. Но я говорю, 1,5 часа это, конечно, очень много. В итоге с 1,5 я ему отдал 200 рублей и сотку он мне обратно вернул. Поэтому вместо 1230 заказ получился на 1400 рублей, что получается около 200 чая. Ну, в целом тоже неплохо, согласитесь, за 40 минут 1400. Ну а кэф, между прочим, нормальный, в принципе, на севере. Все четко, горит. Я на линии, время 11:30. В общем, ну я бы съездил, конечно, с удовольствием. Съездил, с кайфом бы вернулся за такое короткое время. Такие денежки, это на дороге не валяются, так сказать. Ладно, будем надеяться, что что-то у нас еще отсюда придет. Здесь можно часик бесплатно стоять, не то что в Сити Молле на Пионерской. Сразу заехал, сразу 50 рублей отдал. Опа! Сразу заказик 1,47, Луначарского комфорт, принимаем. Так, ну и поехали подаваться.
Ну а если ты еще не знаешь, к какому парку подключиться, то я хотел посоветовать тебе один из крупнейших сертифицированных парков на территории России – это Эксперт Парк. Они подключают как пеших курьеров в Яндекс.Еду, также у вас, если есть автомобиль, то подключат Яндекс.Доставку. Ну и, собственно, водителей такси, конечно. Бонус за приведенного друга будет составлять 1000 рублей. Можно заказать новый клевый термокорп. Доставка по территории России будет бесплатной. Также недавно стартовала программа «Эксперт Парк 2.0», где подключают парковых самозанятых. У вас будет дополнительные 5 баллов приоритета. Бонус за приведенного друга будет составлять уже 1500, ну и комиссия всего 40 рублей в сутки. Все контакты будут продублированы в описании. Подключайтесь, зарабатывайте и хороших вам заказов. Привез молодого человека в институт. Ехали 27 минут по заказу на 680 рублей. Вот, грубо говоря, что я на месте ждал бы пассажира предыдущего, что вот прокатился почти за 7 суток. Ну, разница налицо, зачем стоять, если можно зарабатывать. Время – деньги, как говорится, у таксистов. Так, ребятки, в общем, время 12. Отработал я 3 часа. Поеду готовиться сдавать автомобиль. Давайте по-быстрому подведем, что у меня сегодня получилось. Так, поработал я ровно 3 часа. Проехал 92 километра. По кассе у меня 3300, ну и также чай 200 рублей, 3500. С тарифом комфорт мне, в принципе, все понятно. 1000 рублей в час тут можно делать. Это небольшое уточнение. Без вычета аренды и без вычета бензина. То есть, грубо говоря, грязными. Что вчера у меня клеилось, если там вычесть обед и простой по заказам, а именно работу с заказами, то около 1000 там на самом деле клеится. Прикольный тариф, с удовольствием покатался, никаких проблем с пассажирами у меня не было, с автомобилем также, все очень понравилось, поэтому хотел бы еще немного передохнуть, потому что завтра-послезавтра смены на основной работе и, в общем, нужен отдых, так сказать, поэтому я поехал отдыхать, всем спасибо, что смотрели, увидимся в новых роликах, с вами был Андрей, пока!